DensePly Siron предлагает два высокопроизводительных материала для изготовления цельнокерамических реставраций. Это цельтерапресс и циркон. Благодаря созданной специально для них облицовочной керамике цельтерацерам, универсальным красителям и глазури открываются дополнительные возможности эстетической индивидуализации реставрации. Это позволяет быстро и надежно воспроизвести цвет зуба, а также упростить технологический процесс. Даже при изготовлении монолитных реставраций вы сможете быстро, надежно и просто достичь высоких эстетических результатов. Индивидуализация реставрации возможна при помощи техники cutback и выполнении нескольких приемов в режущей области. При полном облицовывании реставрации границ для эстетических возможностей не существует. Используя экстратранслюцентный оксид циркония, циркон XT, вы можете изготовить высокоэстетичную реставрацию. Для этого потребуются только универсальные красители и глазурь. Ядро коронки индивидуализируйте небольшим количеством красителя цвета Pink. Вестибулярные валики режущего края подчеркните красителем цвета I1. И в область режущего края для подчеркивания структуры мамелонов нанесите краситель цвета крем. После обжига красителей на поверхность монолитной коронки нанесите глазурь High Flu. Заключительный контроль при помощи расцветки доказывает, что реставрация выполнена точно по цвету, эстетично, быстро и просто. Благодаря особым светооптическим свойствам материала, реставрация из цельтерапресс соответствует высоким эстетическим требованиям. Индивидуализация может быть быстро и надежно проведена с использованием только трех универсальных красителей и глазури. На мезиальные и дистальные края коронки нанесите универсальную краску цвета I1. На зоны между мамелонами нанесите по режущему краю немного красителя цвета фиолет. Структуру мамелонов подчеркните красителем цвета крем. После обжига красителей достаточно нанести на поверхность монолитной коронки глазурь High Flu. Заключительный контроль при помощи расцветки доказывает точность воспроизведения цвета. Реставрация изготовлена быстро и просто, с высоким эстетическим результатом. Использование экстратранслюцентного оксида циркония Циркон XT для изготовления реставрации техникой cutback с использованием только массы режущего края дает отличный эстетический результат. Для этого используем массу режущего края цельтерацерам E1. Структуры мамелонов были уже заложены при моделировании каркаса. Дополните лабиальную и палатинальную зоны режущего края массой режущего края E1 до необходимой финальной формы. После обжига керамики доработайте форму и текстуру поверхности. Окончательную индивидуализацию красителями и глазурью в данном случае вы можете провести за один обжиг. По режущему краю нанесите тончайший штрих красителем крем. В боковых зонах режущего края нанесите краситель цвета I1. Результат. Заданный цвет воспроизведен. Реставрация выглядит как живой зуб, при этом использовали только эмаль и немного красителя.
Материал Цельтропресс можно использовать для монолитных работ при высоких эстетических требованиях. Техникой Cutback с использованием только массы режущего края вы значительно улучшите эстетику своей реставрации. Для этого используйте эмалевую массу E1. Структуры мамелонов уже были заложены на этапе изготовления каркаса. Дополните лабиальную и палатинальную зоны режущего края эмалевой массой E1 до финальной формы. После обжига доработайте форму и текстуру поверхности. Завершающий этап в данном случае проводится даже без использования красителя, а только с нанесением глазури. Результат – точное попадание в цвет. Реставрация выглядит натурально. При этом использовались только эмаль и глазурь. При изготовлении реставрации Цельтропресс техникой полного облицовывания уровень эстетики не лимитирован. Для этого каркас прессуется в уменьшенную анатомическую форму. Из Цельтроцерам Дентина цвета А2 восстанавливаем верхнюю часть коронки и закладываем тонкие структуры мамелонов. Режущий край выкладываем опаловой эмалью опал 4. Между мамелонами по кромке режущего края выкладываем также массу ЕО4 для ярко выраженного эффекта глубины. Затем докладываем до полного объема реставрации массу режущего края Е1. После обжига керамики и тонкой доработки коронка готова к нанесению второго слоя керамики. Межзубные пространства как с лабиальной, так и с палатинальной стороны закрываем дентином цвета А2. Цервикально используем смесь эффект эмали ЕЕ3 и опаловой эмали ЕО4. Мезиально и дистально по краю выкладываем Цельтроцерам эффект эмаль ЕЕ5. В центральной и лабиальной области режущего края выкладываем тонкий слой нейтральный опаловый эффект массы ЕО1. В заключение по канту режущего края тонко наносим эмаль ЕЕ6. После обжига керамики проводим окончательную доработку поверхности керамики. Реставрация из Цельтропресс покрывается глазурью High Flu и при помощи красителя цвета крем наносятся тончайшие индивидуальные особенности в области режущего края. Результат, требуемый цвет, подходит идеально. Аполисценция в области режущего края подчеркивает естественность реставрации. Высокотранслюцентный оксид циркония Циркон HD является отличной основой для изготовления мостов в боковой области. Представленный здесь ход работы дает надежный, быстрый и отличный результат. Дентиновой массой Цельтроцерам цвета А2 сначала дополняет форму промежуточного элемента с базальной стороны. Окклюзионно кладем эффект дентин DE9, как оранжевое ядро, в центральную зону реставрации. Затем мы выстраиваем дентиновое ядро с букальной, лабиальной и окклюзионной стороны дентином цвета А2. Края жевательной поверхности подчеркиваем эмалевой массой Цельтроцерам Е4. Она подчеркнет живость жевательной поверхности в особо прозрачных областях. В качестве последнего слоя наносим эмаль Е1. Во второй обжиг наносим только дентин А2 и эмаль Е1.
В данном случае мы специально не используем красители для индивидуализации. Реставрация из циркона HT покрываем глазурью High Flu. Результат – реставрация идеально соответствует заданному цвету. Облицовочная керамика Цельтра Церан объединяет материалы с различными показателями транслюцентности Цельтра Пресс и Циркон в единую концепцию реабилитации цельнокерамическими реставрациями. В зависимости от показаний, лаборатория и врач-стоматолог имеют возможность гибко, надежно и быстро предложить своим пациентам высокоэстетичные цельнокерамические реставрации. И это с высокой надежностью воспроизведения заданного цвета.